Состоялось заседание лицензионной комиссии. Был вынесен вопрос о возможном аннулировании лицензии фирме «Рембо-сервис». Комиссия единогласно проголосовала в результате рассмотрения фактов, которые были представлены инспекцией. Голосование состоялось и действительно проголосовала лицензионная комиссия за аннулирование лицензии. Но согласно действующего законодательства, эта процедура не единомоментная. Окончательное решение принимает суд. Поэтому все материалы мы сейчас оформляем, передаем исковое заявление в суд, и на рассмотрение суда остается этот вопрос. Конечно, мы надеемся, что он примет нашу сторону, и не сомневаемся в правильности решения лицкомиссии. Но говорить сегодня вот так категорично, что мы отняли лицензию, это будет неправильно. С момента аннулирования лицензии управляющая компания должна продолжать содержать дома, пока эти дома не выберут другой способ управления. Процедура длительная.